Тот, кто выстаивал ночь предопределения, с верой и надеждой ему простятся все его грехи. Последние 10 дней Аллах Субханаху ва Тааля выделил по причине ночи предопределения. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: ищите ее в последние 10 дней. Ночь предопределения лучше, чем 1000 месяцев, 83 года и 4 месяца. Поклонение в одну ночь – это поклонение 83 года и 4 месяца. Если бы нам сказали, что за работу в одну ночь нам дадут зарплату за 23 года и 4 месяца, мы бы пропустили эту ночь. Или бы оставили все дела, отменили бы все свои дела, все свои заботы. И работали бы в эту ночь для того, чтобы получить зарплату 83 лет и 4 месяцев. Ученые единогласны в том, что ночь предопределения в одну из 10 ночей. Некоторые склоняются к тому, что она в нечетную ночь. И большинство ученых склоняются к тому, что ночь предопределения – это нечетная ночь. Начинается с 21 ночи. Но нельзя забывать, дорогие мои братья, что есть другое мнение. Ученые, которые говорят, что она может попасть и в четную ночь. Поэтому не стоит рисковать потерять эту ночь. Не освобождай себя только на нечетную ночь, а в четной ночи не занимайся своими делами. Упустив эту ночь, мы упустим такое благо, которое, может быть, мы не получим.